Мы попали прямо под такое благословение, и мы просто не могли не привести это благословение к нам в церковь. Поэтому мы хотим представить группу. Мы, наверное, потом подробнее расскажем, кто они, что они, да, откуда они. Давайте мы сейчас все вместе прославим нашего Господа, пригласим лидера. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас я сделаю так вот. Аллилуйя, слава Богу. Меня зовут Сергей. Иисус. Хочу с вами поклониться вместе. Вы любите поклоняться? Да? Господь ищет кого себе? Строителей. Стоматологов, водителей, поклонников, которые будут поклоняться ему в духе и в истине. Аллилуйя. Будем петь международные песни. Я думаю, эту песню все знают, да? Прямо аж хочется, чтобы наша душа действительно жаждала Господа. Моя душа жаждет только Господа, ибо Он моя надежда. Моя душа жаждет только Господа, ибо Он моя надежда. Моя душа жаждет только Господа, ибо Он моя надежда. Отец, сходи! Моя душа жаждет только Господа, ибо Он моя надежда. Оу, церковь грозна, как полки со знаменами. Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь. Еще Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь. Еще Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь. Он моя защита. Он моя защита, небо колебимая. Он моя защита, небо колебимая. Утверждай это в духовном мире. Он моя защита, небо колебимая. Он моя защита, небо колебимая. Он моя защита. Он моя защита, небо колебимая. Он моя защита, небо колебимая. Оп, оп, оп. О, Господь мой только! О,
Господь мой, только ты моя скала, ты рог моего спасения. О, Господь мой, только ты моя скала, ты рог моего спасения. Говорите серьезно, о, Господь мой, только, чтоб весь духовный мир знал, кто твой спаситель, чтобы весь духовный мир знал, кто твоя скала, кто за тобой стоит. Еще. О, Господь мой, только ты моя скала, ты рог моего спасения. О, Господь мой, о, Господь мой, только ты моя скала, ты рог моего спасения. Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь. Еще. Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь. Моя защита непоколебимая, ты моя защита непоколебимая, ты моя победа, ты моя победа непоколебимая, ты моя победа непоколебимая, ты моя твердыня, ты моя твердыня непоколебимая, ты моя твердыня непоколебимая. Скажи, царь, моя победа, царь, моя победа непоколебимая, царь, моя победа непоколебимая. Скажи, царь, моя твердыня, царь, моя твердыня непоколебимая, царь, моя твердыня непоколебимая. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи. Еще. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи. Поехали! Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи. Еще. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи. Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи.
Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и ему служи. Он царь, царь царей, Бог богов, царь царей. Скажи, Бог богов, царь царей. Бог богов, царь царей. Бог, ты моя защита, ты моя защита, непоколебимая. Ты моя защита, непоколебимая. Ты моя защита, непоколебимая. Ты моя защита, непоколебимая. Аллилуйя, Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Друзья, мы когда только что пели, знаете, я прям находился там, где, помните, ту историю, где Давид, когда они перенесли ковчег, там, где он радовался, шел. Помните, когда Мелхола подсмотрела? Помните? Пускай церковь никогда не атакует дух вот этой Мелхолы, которая стыдится стыдится того, чтобы прославлять Господа. Знаете, вот прям Давид, он написано в нижнем белье, царь помазанный, представляете? Полностью отдался танцам и пляскам посреди Иерусалима. Представьте, вот полностью вышел на улицу и пошел. Поэтому, друзья, прославляйте своего Господа. Церковь должна уметь прославлять своего Господа. Аллилуйя. Слава Иисусу. Мой царь, люблю тебя, мой царь, мой царь, мой Бог, мой царь, мой Бог, мой царь, мой Бог, мой царь, мой Бог. Мой царь, Иисус. Мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, все вместе, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог. Иисус, еще мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус. Пускай здесь будет атмосфера царства. Атмосфера царства здесь. О, пускай льются реки. Пускай льются реки. Пускай льются реки. Славы Твоей, пускай льются реки, пускай льются реки, пускай льются реки, славы Твоей, все вместе, пускай льются реки, пускай льются реки, пускай льются реки, славы Твоей, пускай льются реки, пускай льются реки. Реки славы Твоей, пускай льются реки, пускай льются реки, пускай льются реки славы Твоей.
мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус, мой царь, Иисус, мой Бог, Иисус. О, Иисус, ты любишь это место. Ты любишь это место. Ты любишь это место. Ты любишь это место, мой Бог, Иисус. Давайте скажем. Ты любишь это место. Ты любишь это место. Ты любишь это место, Иисус. Ты любишь это место. Ты любишь это место, ты любишь это место, Иисус. Принимай славу Его, принимай славу Его. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Ему служи. Еще! Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Ему служи. Это то, что сказал Иисус. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Ему служи. Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся, Господу Богу своему поклоняйся и Ему служи. Никак песню не могу начать петь. Это не песня еще. Только ты достоин, только ты достоин всей хвалы. Еще! Только ты достоин, только ты достоин, только ты достоин всей хвалы. Всей хвалы. Только ты достоин, только ты достоин, только ты достоин всей хвалы. Только ты достоин. Зажигай огонь! Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я даю. Зажигай! Зажигай огонь у меня внутри. В моей церкви я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус, тебе сердце я даю. Ты мой огонь! Ты мой огонь, ты сила моя. Скажи, ты мой огонь, ты сила моя. Ты мой огонь, ты сила моя. Скажи, ты мой огонь. Ты мой огонь, ты сила моя. Сила моя, ты крепость моя, ты сила моя, ты крепость моя, защита моя, упование мое, ты сила моя, ты крепость моя, защита моя, упование мое, ты сила моя, сила, ты крепость моя. Защита моя, упование мое. Друзья, Он упование наше. Он воскресение наше.
что говорят вам небеса. Пойте небес, с небесами вместе. Пой ему новую песню. Пой ему песню своего сердца. Пой царю, пой царю, пой царю, пой царю песню новую. 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 Он достоин. Пой царю, пой царю, пой царю песню новую. 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 Про жизнь, про то, какой он царь, про то, какой он Бог, как он спас тебя, как освободил тебя, как дает тебе надежду, как он спас тебя, как освободил тебя, как он дал новую надежду, как он спас тебя, как он освободил, как он дал тебе песню новую, как он спас тебя, как освободил, как дал тебе песню новую. Пой царю, пой царю, пой царю 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 песню новую. Друзья, я вам так скажу, жителям этой церкви, о том, что ну, тут уже есть это все. Тут уже есть это все, потому что когда приезжаешь и в церкви не было ничего, тебе очень трудно. Ну просто мы как дома, как будто вы тут этим только и занимаетесь, что поклоняетесь и поете песню новую. Друзья, это сила, мы говорили об этом, и может пастор или молодежь будет делиться о поклонении, о силе поклонения. Это... Мы 3 дня говорили, мы 3 дня беседовали на эту тему о том, что поклонение имеет такую силу, о том, что куда бы Израиль ни приходил, они ставили жертвенники, они начинали поклоняться, они начинали приносить жертвы, они хвалили Бога, и это все время действовало. Как только Израиль переставал поклоняться, как только Израиль переставал это делать, все время было отступление назад. Понимаете, как только наша песня, ну, наша песня, я не говорю о самих песнях в церкви. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда наша песня внутренняя, выраженная в песнях здесь, когда она обрывается, когда она становится все тише и тише и тише, и мы такие становимся все серьезнее и серьезнее, знаете, вхождение в церковь, все серьезнее и серьезнее в отношениях с Богом, тогда мы начинаем отдаляться от Бога, понимаете? Пускай ваша песня не заканчивается. Я недавно видел очень классную иллюстрацию о том, как нарисовали, как Павел и Сила сидят в темнице, закованные. Может, она вот пробежалась по Фейсбуку, я там не знаю, по каким-то еще соцсетям,
сетям, они сидят в темнице, ну, такие веселые евреи, закованные в колоду забитые, знаете, у них ноги забитые в колоду, и они такие руки и прославляют. И вы помните, что происходило? Вы помните? Поколебалось. Поколебалось все, все поколебалось, все просто... Стены рухнули. И так бывает на всяком месте. Друзья, мы должны бдить о том, чтобы наша песня не оборвалась. Наша новая живая песня, сегодняшняя, не оборвалась. Чтобы мы могли постоянно хвалить царя, постоянно славить. Потому что, по-моему, пастор Геннадий говорил, да, потому что где Бог живет? Живет в славословиях. Это говорилось на конференции. Нигде он не живет. Но он живет в этих, в хвале, он живет в этом во всем. И мы иногда ищем Бога, знаете, ищем там. Я искал тебя в морях, на торговых кораблях, знаете, и там, и там, и там, и там. Он говорит, начни петь и поклоняться, посмотри на Павла и Силу. И когда мы начинаем, когда церковь живет этим, есть движение, знаете, есть Божье движение, Божьего Духа, Божьих чудес, Божьих знамений. Слово тогда открывается по-другому, знаете, тогда мы живем. Поэтому нам... Нужно заботиться о своем храме, о состоянии своего сердца, чтобы наша песня Господу не оборвалась. Вот эта живая, настоящая песня, хвалебная. Хорошо, слава Богу. Я рад, меня немножко подставили, конечно, супермаркеты болгарские. Они начали продавать оливки намного дешевле, чем у нас в Украине, поэтому я не сдержался с утра. Я понял, что я сделал ошибку. Но хорошо, это не помешает мне славить Господа никак. Никакая мелхола оливочная не помешает мне славить Господа. Славить тебя, Отец мой, я люблю славить тебя, Господь мой, люблю славить тебя, 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 люблю славить тебя. Люблю пребывать в этом, в Твоем живом присутствии. Люблю наслаждаться, когда Ты приходишь. Когда Ты приходишь, я поднимаю знамя. Когда Ты приходишь, я забываю о всех своих проблемах. Когда Ты приходишь, я на коне. Люблю нежное присутствие Твое. Забегу глубже в Твою реку. Забегу глубже в Твое присутствие. Забегу глубже в Тебя, Иисус. Буду пить из Твоих рук. Буду пить из Твоего сердца любви. Прогонишь тысячи врагов. Избавишь от любых оков. Избавишь от любых оков. Покроешь милостью меня. Покроешь милостью меня, в Тебе укроюсь я. А, люби огня! Прогонишь тысячи врагов, избавишь от любых оков. Согреешь пламенем меня, любви огня. Давайте еще раз поем. Разгонишь тысячи врагов, избавишь от любых оков, избавишь от любых оков, согреешь пламенем меня, любви огня. Я укроюсь, я укроюсь в твоих объятиях, пропитаюсь благодатью, и ни одно оружие врага не одолеет меня. И
я укроюсь, я укроюсь в твоих объятиях, пропитаюсь благодатью, и ни одно оружие врага не одолеет меня. Ни одно оружие врага, сделанное против тебя, не будет успешно. Скажи, это мое обетование. Всякий язык, состязающийся со мною на суде, я обвиню. О, ты сила моя, царь! Ты моя опора! Ты мой гвоздь, вбитый в стену! Ты мой буёк! Ты мой якорь! Ты мой парус! Ты мой отвес! Ты мой уровень строительный! Ты моя соль! Ты мой свет! Ты моя соль! Ты мой свет! Ты моя соль! Ты мой свет, ты моя соль, и 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 ты мой свет, ты моя соль, ты мой свет, ты моя соль, и ты мой свет, ты моя соль, и ты мой свет, лишь в тебе найду ответ, ты моя соль. Ты мой свет, лишь тебе найду ответ. Ты моя соль, ты мой свет, и лишь тебе найду ответ. Ты моя соль, ты мой свет, лишь тебе найду ответ. Ты моя соль, ты мой свет, лишь тебе найду ответ. Лишь тебе найду ответ. Только в Боге мой ответ на любую ситуацию. Друзья, это время принести все свои ситуации сюда. Все свои ситуации сюда, там, где поклонение. Приносите все свои нужды. Все-все-все, всех своих родственников, все свои кредитные договора, все документы, на которых должны стоять печати. Если у кого-то не стоит печать на документе, принимайте. Принимайте, что она уже стоит. Неважно, что там написано. Оплачено или принято, или еще что-нибудь. Ты мой свет, ты мой соль. Наоборот. Ты моя соль, ты мой свет. Лишь тебе найду, а ты мой... Ты мой свет, ты моя соль, не помню уже. Второй куплет споем. Он сильный, второй куплет. Провозглашайте. И там, где сильные падут, с тобою вместе я пройду. Вот! Покроешь милостью меня, в тебе укроюсь я. И там, где сильные падут, и там, где сильные падут, с тобою вместе я пройду. Покроешь милостью меня, в тебе укроюсь я. Я укроюсь, приготовьтесь. Я укроюсь в твоих объятиях, пропитаюсь благодатью, и ни одно оружие врага не одолеет меня. Я укроюсь в твоих объятиях, пропитаюсь благодатью, и ни одно оружие врага не одолеет меня. Никогда.
Аллилуйя. О, отлично. Так. Отец, слава и хвала тебе. Давайте помолимся за все документы, которые должны. Есть у кого-то, кому нужно что-то решать с документами, с какими-то вещами. Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя, Господь, Боже Святой. Я благодарю тебя, Господь. Мы именно сейчас в том месте, у престола милости и благодати, Господь. С дерзновением, Господь, Боже Святой, подходим к тебе, Господь, с нашими документами. И, Господь, ты ставишь все печати. У тебя есть все печати. Потому что Слово Божье говорит о том, что у тебя ключи ада и смерти. Господь, а значит, все мокрые печати у тебя. Отец, и мы говорим, Боже Святой, что все печати на наших документах, Господь, ты ставишь по милости и благодати. Спасибо тебе, Отец. И мы также начинаем приносить все другие нужды, Господь. Боже Святой, мы сейчас приводим своих родственников, Господь, Боже Святой, к Твоему престолу. Друзья, если есть родственники, за которых вы молитесь, беритесь сейчас, вот как будто в духовном мире, и как будто вы приводите их знакомить ко Христу. Отец, спасибо тебе за них. Спасибо за то, что ты влияешь на них сегодня и открывайся им сегодня, Господь, Боже Святой. Всем нашим родственникам, Господь, Боже Святой. Отец, слава и хвала тебе. И сейчас, Господь, мы приводим к тебе всех тех, которые отошли, которые потерялись, Боже Святой. Мы тоже их берем, находим их среди тьмы этого мира и снова приводим их. Говорим, Господи, помилуй, Господи, сохрани их. Отец, мы просим тебя, прояви милость и благодать к ним. Боже Святой, дай им спасение, дай им ободрение, Господь, Боже Святой. Пускай Твой Дух сойдет на них, Господь. Пускай страх Божий придет. Господь, слава и хвала Тебе. И сейчас мы стоим, Господь, Боже Святой, в духе в своих церквях, Господь, и просим за наши церкви, за грядущие времена, Господь, Боже Святой, и просим, сохрани наши церкви, Господь. Помилуй нас, наших людей, находящихся в церкви, Господь. Боже Святой, если Слово Божие говорит, что ключи ада и смерти у Тебя, то, Господь, закрой своими ключами церкви для того, чтобы люди не умирали в церквях, Господь, Боже Святой. Отец, слава и хвала Тебе. Мы молимся об этой милости и благодати. Господь, слава и хвала Тебе. Песня жаждущих христиан. Ты святой, ты помазанный, напои меня своим вином. Святой, ты помазанный, напои меня своим вином, не вином этого мира. Ты святой, ты помазанный, напои меня своим вином. Ты святой, напои меня своим вином. Еще давайте. Ты святой, ты помазанный, напои меня своим вином. Ты святой, ты помазанный, напои меня своим вином. Да придет царствие Твое, да придет.
выйдет царствие Твое, да будет воля лишь Твоя, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля лишь Твоя, да светится имя Твое. Ты святой, Ты святой, Ты помазанный. Напои меня своим вином. Ты святой, Ты помазанный. Напои меня своим вином. Да придет царствие, да придет царствие Твое, и будет воля лишь Твоя, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля лишь Твоя, да светится имя Твое. Да светится. Иисусу, друзья. Я думаю, что можно закончить, да? Прославление. Аллилуйя. Слава Господу. Хочу сказать, что вы еще те